Всем привет! В эфире «Универ News», а в студии Миляуша Хакимова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Лицеисты КФУ – победители первого этапа регионального чемпионата WorldSkills. В Елабужском институте КФУ прошел семинар на тему экологического образования. В Казанском федеральном университете завершился третий ежегодный фестиваль культур иностранных студентов «Мозаика народов мира». Завершился первый этап регионального чемпионата движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Лицеисты Казанского федерального университета в числе победителей в разных компетенциях. Подробности смотри в следующем сюжете. В этом году региональный чемпионат WorldSkills проходит в Татарстане на 43 площадках. Для участия в нем задействовано 187 организаций, среди них 119 школ, лицеев и гимназий. Соревнования проходят по 162 профессиям. На первом этапе среди учащихся IT-лицея КФУ в направлении веб-дизайна и разработка первое место занял Иван Петров среди взрослых участников. В направлении веб-дизайн и разработка среди юниоров лучшим был признан Сава Шульгин. Артур Лукьянов и Семен Смирнов заняли первое место в направлении сетевое и системное администрирование среди юниоров. На региональном этапе было 4 этапа. Вот. Я справился со всеми заданиями, за исключением одного, по которому я получил 0 баллов. Но это не потому, что я где-то ошибся, а потому что я забыл открыть кое-какой тег. Моя компетенция – это сетевое системное администрирование. И я занял первое место, как это, в принципе, видно, да. Я, получается, проходил в компетенции, которые 2 участника – и мною другой часть, мой коллега тоже занял первое место. Наша команда, команда IT-лицея, была отбиралась по принципу «кто хотел». Мы их перед региональным чемпионатом тренировали. Были, конечно же, в некоторых компетенциях много желающих. Эти желающие были для них проведены специальные отборочные соревнования. Например, по лабораторному химическому анализу были желающие, по веб-разработке были желающие. Собственно, на взрослые пошел я на веб-разработку, на младших мой коллега Шульгин Сава. Обладателями первых мест стали учащиеся лицеи имени Лобачевского. В их число вошли Самира Сафиулина в компетенции фотография в категории юниоров, Альберт Вильданов и Никита Дунин в компетенции предпринимательства во взрослой категории. После проведения регионального чемпионата настанет следующий этап – формирование сборной Татарстана, которая представит республику на национальном чемпионате. Он пройдет в Новокузнецке Кемеровской области с 17 по 21 июля 2020 года. По предварительным данным, соревнования будут проводиться по 124 компетенциям. Это 81 компетенция взрослой возрастной категории и 43 компетенции в юниорском направлении. Камиль Гимоздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Что такое скорая урологическая помощь на дому? И как воспользоваться этой услугой? Смотрите в следующем сюжете. В университетской клинике Казанского федерального университета заработала скорая урологическая помощь на дому. Данная услуга подходит тем пациентам, у которых нет возможности выехать в поликлинику. Программа у нас называется «Скорая урологическая помощь на дому». Этой услугой могут воспользоваться те граждане, у кого нет возможности обратиться в больницу. Это контингент возрастных пациентов, кто страдает аденомой предстательной железы, а также пациенты, кто перенес ОНМК, а также могут воспользоваться нашей услугой многодетные мамы и те, у кого нет возможности и не хотят стоять в очередях поликлиники. Врач ультразвуковой диагностики и врач-уролог, выехав на дом, окажут неотложную урологическую помощь, а также проведут полное обследование урологического больного, консультацию, УЗИ всех органов, ЭКГ и прочие манипуляции, включая смену мочевых катетеров. Вызывая нас, пациенты могут получить высококвалифицированную, неотложную, а также квалифицированную урологическую помощь на дому, куда входит общий анализ крови, общий анализ мочи экспресс-методом, а также ультразвуковая диагностика любой системы аппаратом экспертного класса. Данная услуга является возможностью для пациентов с сильно затрудненным болезненным мочеиспусканием, с почечной коликой, а также с острым воспалительным заболеванием почек. Я вызвала скорую помощь по урологии и очень довольна. Я очень довольна. Спасибо, что создали такую службу.
Это же вообще спасение для нас, для такого больного, лежачего, который не двигается, который не разговаривает, не ходит. Для того, чтобы воспользоваться услугой скорой урологической помощи на дому, необходимо позвонить в университетскую клинику КФУ по номеру 233-30-22 и выбрать для себя удобное время. А также при себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Елабужском институте КФУ прошел семинар «Экологическое образование. Воспитательно-образовательный процесс и научно-исследовательская деятельность». Подробности далее. Елабужский институт КФУ стал площадкой для проведения семинара «Экологическое образование, воспитательно-образовательный процесс и научно-исследовательская деятельность». В семинаре приняли участие руководители школ из разных районов республики, учителя биологии, педагоги дополнительного образования детских экологических центров. Участники пленарного заседания в своих выступлениях затронули темы экологического образования и научно-исследовательской деятельности в обучении подрастающего поколения. Это очень важная проблема на сегодняшний день. Так как мы должны со школьной, даже еще раньше скамьи, учить ребенка проводить исследования. В исследовательской работе ученик может проявить себя. И получив определенные навыки, придя уже обучаться в вуз, такой студент, он обладает многими теми качествами, которые необходимы для выполнения полноценной научно-исследовательской работы. В ходе семинара его участники смогли обменяться опытом и информацией о действующих республиканских и всероссийских конкурсах, а также программах по привлечению юного поколения к природоохранной деятельности. Также был отмечен большой вклад Елабужского института КФУ в формирование кадрового состава специалистов по биологии и экологии в Республике Татарстан. Ведь многие участники форума являются выпускниками биологического отделения Елабужского института. Лилия Баталова, Айдар Нурмиев, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс КФУ» состоялся ежегодный фестиваль культур «Мозаика народов мира», приуроченный к 215-летию основания Казанского университета. Более подробно смотрите далее. В Казанском федеральном университете прошел ежегодный фестиваль культур «Мозаика народов мира», приуроченный к 215-летию основания Казанского университета. В рамках фестиваля состоялся республиканский семинар с участием представителей Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, проректоров вузов и СУЗов республики, в рамках которых обсуждались актуальные вопросы реализации творческого и личного потенциала иностранных обучающихся. Все эти наши мероприятия, которые сегодня проводят, мы действительно хотели бы показать где-то свой опыт, мы бы хотели получить ваше видение, опыт ваших вузов в рамках работы с иностранными обучающимися. Все наши мероприятия сегодня, они приурочены к 215-летию нашего университета. Гости фестиваля смогли пройти экскурсию по выставке, посвященной культуре народов пяти континентов, и окунуться в традиции, обычаи разных стран, а также поучаствовать в мастер-классах по гончарному делу и рисунку из войлока. Иностранные студенты показали и рассказали о своих национальных достояниях в литературе, в искусстве, в ремесле, в одежде и даже в кухне, которую мог попробовать каждый желающий. Мы хотим рассказать чуть-чуть о нашей культуре, показать, что как мы живем в Латинской Америке. Я сам из Колумбии. Я очень рад, что могу сегодня показать и дать мой чуть-чуть о нашем настроении, нашей культуре. Мы пришли сюда, чтобы знать другие культуры. А я из Мозамбика. Типа, я смотрю, как другие страны делают все вещи, типа, как там одеваются, как там едят. Это очень интересно. Вот. Типа культура страны, это как будто различают, это вообще интересно. Я представляю Узбекистан, и я сама узбечка, и мы показываем наши традиционные национальные праздничные костюмы и также наши блюда. И это мероприятие, которое мне очень понравилось. Вот, мне очень нравится, и я очень рад. Особенно здесь, в России, да, я очень рад, чтобы такое мероприятие может приходить каждый год. Завершающую точку фестиваля «Мозаика народов мира» поставил гала-концерт. Номинанты, призеры и дома победителей в номинации «Интеллектуальные бои», «Спорт», «Кухня народов мира» получили грамоты и памятные призы. Лилия Талипова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!